Всем привет, с вами Амир Гумеров, и сегодня у нас на фотосессии Настасья Лебедева, как правильно? Настасья, да. Настасья Лебедева. Всем привет. Настя занимается конным спортом, она занимается танцами, она блогер, у нее блог на YouTube есть, блог в Инстаграме есть, да? Да. Вот, короче, крутяшка. Да. Да, у нас сегодня фотосессия будет из двух блоков. Первый блок это у нас будет обычные фоточки, как всегда. Второй блок у нас будет со слоу-мошками. Поэтому никуда не убегайте, смотрите, подписывайтесь, переходите по ссылочке. Начинаем. Ты готова? Молодец. Ой, подожди, Настя, я еще не устроился. Подожди. Да. Молодец. Настя, может тебе босиком вообще? Тебе может неудобно или удобно? Смотри. Что это было? Не до колесо было. Погоди. Тут просто солнце, когда выходит, у меня обстановка меняется. Давай. Молодец. Угу, есть. Да. Да. Так, и теперь смотри, Настя, отойди от меня на 20-30 шагов. Стой. Где-то здесь, да. Ну, я же не знал, что ты так быстро будешь бежать. Так, и давай, поехали еще что-нибудь. Поехали уже. Давай. Что ты долго думаешь? Давай. Ну хорошо, теперь идем ко мне ближе. Идем сюда ближе. Топай. Топай, смелее. Настя, сюда. Стой. Давай, ну не надо поправляться, когда ты фоткаешься. Конечно. Я все говорю, стой. Стой, подожди. Свет у меня ушел весь. Да, я таких делал уже кучу всего. Молодец, стой. Все-таки. Отцепит эту штуковину и руками возьмет. Портрет это все-таки с руки интереснее получается. Почему-то, когда живое, ну, живое движение с рук, оно в этом тоже свой прикол есть. Потому что у меня получается оно как бы, ну, вроде жестко, с одной стороны. О, солнышко ушло. Не надо улыбаться. Да, молодец. Смотри. Почему ты не предупреждаешь? Я же сказал, что мы фотки закончили, слоу-мошки снимаем. Я про вас забыл. На этом мы заканчиваем съемку. Настя поехала домой в Курск. И еще сколько часов ехать? Часов 5, да? 4 часа дороги. Поэтому мы Настю отпускаем.
Не забывайте подписываться на Настю, не забывайте ставить лайки, нажимать колокольчики. Куда ты идешь, Саша? Всем пока.